Олег Кузнецов, советский, российский, украинский серийный насильник и маньяк. С 1991 по 1992 год он убил 10 девочек и женщин в возрасте от 15 до 30 лет. Некоторых своих жертв лишал глазных яблок. Большинство убийств совершил в Киеве и Москве. 26 марта 1992 года его арестовали. Он был приговорен к смертной казни через расстрел. Но в 1999 году приговор был заменен пожизненным заключением. Отбывал наказание в колонии особого режима ИК-1 Мордовская зона. Утверждал, что на его счету не менее 500 принуждений к половому акту девушек и женщин. Кузнецов скончался от сердечной недостаточности 4 августа 2000 года. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи!